श्री गुरु गौरांग गंधर्व के गिरिधारी राधा ललित माधव जू की जय श्री गौरनाथ राज की जय श्री कृष्ण बलराम महाराज की जय नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अस्तोत्र सत श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय जीव पृष्ठ विष्णुपाद अस्तोत्र सत श्रीमद भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज की जय नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अस्तोत्र सत श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय परिव्राजक आचार्य ओम विष्णुपाद अस्तोत्र सत श्रीमद भक्तिवेदांत मधुसूदन गोस्वामी महाराज की जय नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अस्तोत्र सत श्रीमद भक्ति Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж Ки Джай. Кришна Вишнупада Стотра Сатта Шримад Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махарадж Ки Джай. Кришна Вишнупада Стотра Сатта Шримад Гурувинда Махарадж Ки Джай. Нитила Кришна Вишнупада Шримад Бхакти Вандвамана Госвами Махарадж Ки Джай. Кришна Вишнупада Стотра Сатта Шримад Бхакти Вандвамана Тривикрама Госвами Махарадж Ки Джай. Нитила Кришна Вишнупада Стотра Сатта Шримад Бхакти Ракшакшидар Госвами Махарадж Ки Джай. Нитилила Правишна Вишнупада Астотра Сатта Шримад Бхакти Сиддан Сарасвати Такур Шрила Прабхупада Ки Джай. Шрила Гор Кишор Дас Бхаджи Махарадж Ки Джай. Сатчидананда Шрила Бхакти Винод Такур Ки Джай. Вайшнава Саробама Шрила Джаганнат Дас Бхаджи Махарадж Ки Джай. Шрупануга Гаудия Гуру Варга Ки Джай. Шрупа Санатана Бхаттарпунат Шри Джива Гупал Бхатта Дасара Гунат Шри Госвами Прабху Ки Джай. Сарупдама Дарарай Рамананда Ди Шри Гор Паришада Вринда Ки Джай. Ачарья Шрила Харидас Такур Ки Джай. Премсикаха Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадатара Шивасади Шри Гор Бхакта Вринда Ки Джай. Нарит Мандал Ки Джай. Врач Мандал Ки Джай. Кшетра Мандал Ки Джай. Трибон Мангла Шри Харинам Санкиртан Ки Джай. Чара Сампрадая Чара 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 Дам Ки Джай. Прасе Шри Крия Шри Вриндаване Шри Шимати Рада Такурани Ки Джай. Кула Деви Йога Майя Пурнамаси Деви Ки Джай. Ананда Гути Вайшна Вринда Ки Джай. Самагата Гор Бхакта Вринда Ки Джай. Шри Рамананда Раевка Дхама Ки Джай. Нитая Гор Приманде. Шри Гора Радж Прабху Ки Джай. Гора Ната Радж Прабху Ки Джай. Ну вот, спасибо за киртан. Я уверен, что они не просто так остались здесь у нас, чтобы тоже принять участие в этом киртане. Шри Гор Ната Радж Прабху Ки Джай. Хорошо. Хари Кришна. Агьяна Тимирандасья Агьянанджана Шалакая Чакшуранмилитам яна тасмай Шри Гураве нама Гураве Гурачандрая Радикая Тадалая Кришная Кришна Бхактая Тадбхактая нама нама Панчакалпатарубьяшча Крипа Синдубья Ивача Патитанам Паванебью Вайшнавебью нама нама Ананда Лиламая Виграхая Ямавадивича Весундарая Тасмай Махапремараса Прадая Нитьянанда намаступьям премананда прадайне Калокалмашанашая Джанавапатайе намаха Аджаналамбиту бучоуканака вадату Санкиртанай капитару камалая такшо Вишвамбаро джуваро джугадарма пало Ванде джагат прия каро куруна аватару Канака джаладагатро нилашонаб джанетро Мригамадавара бало малати кундамало Таралатаруна вешо нилапитам барешо Смарани Британи Кунджи Радика Кришна Чандру. Смарани Британи Кунджи Радика Кришна Чандру. Тавай Васми, Тавай Васми, Надживами Твоя Вина. Ити Вигья Ради Твам Наймам Чаранантике. Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда. Шри Адвайта Гадатара Шри Васади Гора Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Яна Бутале Своим Рупа Кадамайам Дадати Свападантикам Ададанастринам Дантаридам Яче Пуна Пуна Шримад Рупам Падам Боджам Дулисим Джанма Джанмани Тамбуларпана Падамардана Пайодана Бисара Диви Вриндаранья Махешварим Приятая Ястоша Янти Прия Прана Прешта Саки Кулада Пикила Санкочита Бумика Кели Бумишу Рупа Манджири Мукаста Дасика Самшрая Прия Сварупе, Дайта Сварупе, Према Сварупе, Сахаджа Бирупе Татану Ниджану Рупе, Прабху Мека Рупе, Татану Рупе, Свавила Сарупе
Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхар Шривасвати Гаура Бхактавинда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Прежде всего, мои бесчисленные дандаваты пранамы лотосным стопам Шрилы Гурудева, Нити Лила Правиштхавам, Вишнупада, Стутра, Сата, Шима, Бхактивиданта, Нараян, Госвами Махараджа, всей Рупануга, Гаудия, Гуруварги, прежде всего, самому Шрилы Рупе, Госвами, автору Шри Упадашамриты, также комментаторам Шри Упадашамриты, Шри Рада Роману Госвами, Шри Сачидананте Бхактивиноде Такуру, Шрилы Бхактисиданте Сарасвати Такуру, Шрилы Бхактивиданте Свами Махараджа, Шрилы Гурудеву, моим Шикшагуру, дорогим преданным и гостям в Раевке, дорогим преданным и друзьям в прямом эфире, дорогим с бактом, с другом с Ишлетовоз, дорогим бактом и коллегам с Польски, Харе Кришна. Итак, мы приступаем сегодня к четвертому стиху Шри Упадашамриты. Это четвертая шестерка из четырех, шесть видов общения с преданными, чая сатсанга. Вы помните эти строки из Охивашного Такур? И чая вега доми, чая доша шоди, чая гуна дехо даси, чая сатсанга дехо хе амаре, босичи санге раяши, босичи санге раяши, Вайшнава Такура доя расагара и дасе каруна кори. О, Вайшнав Такур, пожалуйста, даруй мне свободу от шести побуждений, даруй мне избавление от шести пороков, даруй мне шесть качеств вайшнава, даруй мне шесть видов общения с вайшнавами. Вот почему мы идем в саду сангу, чтобы учиться общаться так, как общаются вайшнавы. Дадати пратигриннати гуямакьяти притчати бункте боджете чайва шадвидха притрилакшанам. Четвертый стих. Дарить чистым преданным нужные им вещи и принимать от них в дар вещи, которыми они пользовались. Поверять преданным свои откровения, полученные в баджане, и просить их поделиться откровениями. Кушать с любовью просад, полученный от преданных, и с любовью угощать их просадом. Таковы шесть признаков любовных отношений между преданными. Вот. Здесь значения этого стиха намного более простые. Лекция выйдет такая более, как сказать, как беседа, такая жизненная лекция. И может быть чуть короче, но я не знаю, мы можем разговориться, и будет много тем с другой стороны. Этот стих очень-очень важно сравнить со вторым. Во втором стихе говорится о шести пороках, один из которых джана санга, общение с материалистами. Вот, прежде всего, что такое общение? Общение – это близкая вещь. То есть, имеется в виду, с этим человеком ты вместе ешь, вместе спишь, разговариваешь, делишься сокровенным. Вот это вот очень-очень близкие виды общения. Но, более специфически говоря, общение подразумевает вот эти шесть видов. И вот этими шестью видами следует общаться с преданными, особенно со старшими, очень-очень благотворно для нас. И если вдруг мы начинаем этими шестью видами взаимоотношений обмениваться с материалистами, это будет называться джана-санга. Да? Так же, как вчера был вопрос, кстати, где Парамананда, был вопрос насчет стри-санги, да? Общения с женщинами, допустим. И если общаться в социальном смысле, да, поздороваться с соседкой, поговорить с кассиршей, еще с кем-то, или там с какой-то сослуживицей, допустим, о жизни, как что, где мы были в Индии, а как там погода, очень хорошо, и так далее. Ну, что вы там видели? Не только слонов, мы там видели храмы. О, храмы, это интересно. Ну, то есть, это не будет стри-санга. Стри-санга есть какой-то материалистический мотив. Я хочу тобой наслаждаться. Вот что это называется. Стри-санга. Вот. Такого же рода для женщины пуруша-санга. Вот. Мы говорим сегодня о довольно таких банальных вещах, но что делать, если они вклиниваются в нашу жизнь, как
вирусы. Вот иногда, если наша защитная система в компьютере дает сбой, в компьютер начинают вклиниваться вирусы. Вот, а вирус, он такой товарищ, то есть он потом начинает тебе говорить: о, я же твой друг, ты забыл меня, я же уже часть твоей системы. Это то же самое, как в России никто не согласится, что русский не должен пить, допустим. Потому что масса народу думает, что русский должен быть пьяный. Почему? Потому что это кем-то когда-то было вклинено в народ. Или русский там должен есть обязательно мясо коровы и так далее. То есть это все на самом деле вирусы, наносное. Это уже часть так называемой культуры Кали-юги. И нам нужно избавляться от этого, принимая ведическую культуру. Вот все, что нам нужно делать. Но как нам это делать? Вот этими шестью способами. И сперва мы обсудим и их, что касается четвертого стиха, то есть общения с преданными, а потом, как нам избегать общения с непреданными. Это очень-очень важно. Я помню, как-то раз в 2006 году Шрила Гурудев для празднования своей Вьясапуджи должен был прилететь из Хьюстона на Гавайи. На Гавайях уже все было готово для принятия Гурудева, но... По иронии судьбы, в общем, у Гурудева случился кризис здоровья, и поэтому он был под надзором врачей, он должен был остаться в Хьюстоне подольше. И в день своей Вьясапуджи Гурудев говорил слабым голосом для собравшихся преданных на Гавайях. Они, конечно, были очень грустны, вот многие смотрели в пол и так далее. Мы тогда репетировали разлуку с Гурудевом, как я помню, на парикраме 2002 года. Пол парикрама Гурудева нет, Гурудев в больнице в Дели, операция на сердце, шунтирование. Вот, это была для нас репетиция. Вот. И то же самое случилось на Гавайях в том году, но что я хочу сказать, Гурудев говорил небольшую харикатху, минут, наверное, ну, 15. Вот, она есть, она распечатана, можно перечитать. И Гурудев всегда был мастером выделять самое главное в короткой речи. Самое главное выделенное, он сказал. И первое, одно из первых, что он сказал, вещей, это то, что мы должны принять благоприятное и отвергнуть неблагоприятное. Все. Вот это. Вот это то, что делает ученик. А что неблагоприятное прежде всего для вас? Конечно, общение. А что такое дурное общение, вы помните? Асад сангат яг, эй вайшнава ачар, и стри санги эй асаду, Кришна абакта ор. Вот. Два вида асаду, то есть два вида дурного общения. Первое стри, то есть с женщинами с противоположным полом, читай. И второе с абактами, с непреданными, которые трех видов какие? Имперсоналисты? Майвади, понятно, что. Атеисты? И кто? Сахаджи, псевдопреданные притворщики. Да? Так вот, мы очертили, в общем, план сегодняшней беседы, и сейчас приступим к разбору четвертого стиха. Дело в том, что в Бхакти-йоге уже нет четвертого стиха, вот, а книга «Суть всех наставлений», знаете ее? Эта книга Шрилы Гурудева очень важная. Там лекции Шрилы Гурудева по Упадешамрите, комментариям Шрилы Бхактивиданты Свами Махараджа, начиная с пятого стиха. Поэтому сегодня вечером мы начнем ее слушать. Это увлекательнейшая книга, она читается как детективный роман. Это моя любимая книга, это первая книга Гурудева, которую он по-настоящему прочел, я просто проглотил. Вот. Это очень голоден, ты просто глотаешь ту пищу, которая попадается. Это была такая книга, потрясающая книга. Так вот, Шри Рада Раман Госвами вообще говорит, что тут все понятно, не нужно комментировать. Шрила Бхактивинода Такур говорит о дурном общении. Так. Дурное общение вредит бхакти, поэтому его следует тщательно избегать. Те, кто желает продвигаться по пути бхакти, должны общаться с чистыми преданными, исполненными духовной силой, которая способна избавлять других от склонности к дурному общению. Как нам избавиться от дурного общения? Путем общения с теми, кто вообще не думает о дурном общении. Оно ему просто неинтересно. Вот. Это то же самое, мы все вегетарианцы, если нам принесут сейчас какой-нибудь бифштекс, простите, на тарелке, мы убежим из комнаты, это будет ужасно. Ужасный запах, ужасная энергетика, все прочее. Нам это неприемлемо. Таким же образом, общение с людьми вот этих вот трех категорий, противоположным полом, с романтической целью, майявади, атеистами и сахаджами, с другой стороны. Из этого что хуже всего? Конечно, общение с майявади. Вот это вот мы подчеркивали.
прошлом году на семинаре по Манашикше Шрила Рагхунат Дас Госвами говорит, «Катха мукти вьягриана ширину кила сарват магилани». Катху амукти, катху об освобождении на ширину, не слушай категорически. Почему? Сарватма, всю твою атму, всю твою душу, гилани, общий корень, заглотит. Заглотит всю твою душу, помните. А то, что прошло через желудок тигрицы, что? Уже никогда не прорастет, поэтому семя бхакти становится каким? Зажаренным, переваренным, запаренным в желудке тигрицы. И в итоге оно выходит наружу, оно уже ни к чему не пригодно. Вот что может случиться. Поэтому очень-очень много разной катхи сейчас идет, да, из Индии. Перед прилетом нашего Гурудева в Москву в 2010 году преданные взяли книги и пошли стоять в фойе на конгрессе, бесплатном конгрессе по Адвайта Веданте в Москве. Вот кого-то они поймали оттуда, выудили. Но, конечно, они сами ничего не слушали. Такие вылазки делать весьма полезно. Вот. Но слушать эту катху ни в коем случае нельзя, это хуже. Уж лучше сгореть в огне или пойти сразу в клетку к тигру. Вот, тогда ты, по крайней мере, потеряешь одну жизнь. Но дурное общение, кто же это сказал? Это есть стих. Дурное общение, оно может погубить многие жизни. Так вот, в особенности, хуже, чем общение с вишаей, хуже, чем общение с противоположным полом, полным вожделением, идет общение с вот этими вот видами, в особенности с майавади. В особенности с майавади, потому что когда ты общаешься с ними, ты оставляешь всю гуру парампару. Общаешься, это означает общаться вот этими вот шестью способами. Впрочем, давайте поговорим все-таки о значениях этого стиха, вот, потому что я больше сейчас на второй стих как бы обратил внимание. Вот. Но как нам общаться с преданными четырьмя способами? Дадати и протегригнати. Давать дары и принимать дары. Да, люди... Людей связывают любовные взаимоотношения, они обмениваются дарами. Так. Старшие дарят младшим, младшие тоже могут подарить старшим. Вот. Но тут нужно соблюдать этикет. Если тебе что-то дал старший, ты не можешь случайно даже подарить ему то же самое, что он тебе подарил. Вот. Или нельзя передаривать то, что тебе дал старший. Да? Вот это вот одна вещь. Если кто-то что-то дал, нам, знаете, сколько всего все дают. Вот, и мы можем иногда тайком передарить кому-то там. Допустим, у меня таких чадров 3 штуки, а кому-то я могу и дать то, что не нужно. Вот, а тот человек, наоборот, ему, у него не было. И так далее. Поэтому, если какой-то старший, преданный, он что-то использовал, он может дать младшему, но не наоборот. Вот, иногда бывают такие невинные казусы, например. Даешь кому-то гирлянду, а этот человек видит, он, ну, ты ему так нравишься, что на тебя эту гирлянду обратно вешает. Ты мне повесил, я тебе тоже, пах ты, дорогой мой, махарадж. Я тебе дам гирлянду обратно. Это, ну, это невинные вещи, вот, но... Если тебе кто-то дал гирлянду, не давай другому тоже. Это означает, ты не ценишь тот подарок. Ну, в любом случае, если старший дал подарок, должен... бережно хранить. Если он даже тебе не нужен, окей. Махапрасад, ну вот, имеется в каком-то смысле там. Вот, гуру от вайшнавов. Так мы храним старые гирлянды Шрила Гурудевы 10-летней давности. Вот, ну это махапрасад. Что касается вот этого махапрасада, это очень-очень возвышенная субстанция и очень способствующая бхакти, потому что есть 3 вещи, которые дают бхакти. Вы знаете, какие? Окей. Арджуна расскажет нам. Вода, которая омывает стоп вайшнавов, и остатки пищи вайшнавов. Да, да, да. Бхакта пада дули ар бхакта пада джал бхакта бхукта авашеша тина махабал. Тин махабал. 3 вещи, которые дают нам великую силу махабала. Вот, бхакта пададули, пыль с лотосных стоп. Что это означает? Почему все притрагивались к стопам Гурудева? Даже женщинам позволялось. Да, все. Женщинам все позволялось при Гурудеве, и гирлянды предлагать. Потому что он был выше этого, все равно. Он их вот так вот хлопал, вот так вот тоже, все равно было. Они только не ходили на прогулку, потому что это уже...
Гурудев устанавливает стандарт. Но факт тот, что вот это дает бхакти, вот это конкретно дает бхакти. Бхакта пададули раз, бхакта пададжал. Мы храним, да, у меня есть волшебная сумочка в Москве, да, на которой сидел Гурудев, облокачивался, и в ней лежат бутылочки с водой еще 10-9 годов. С его лотосных стоп. Бхакта Букта Авашеша, остатки его Махапрасвета, есть небольшой музей, как сказать, сейчас отсюда. Небольшие музеи. Я был дома у Кришнадаса Прабху из Екатеринбурга, там столько разных реликвий от Шрилы Гурудева, и в его баджана кутирах тоже повсюду. Вот, поэтому, что может быть дороже этого? Что может быть дороже? Ничего. Вот. Но что касается вот от преданных старших, да, которые служили твоему Гурудеву и так далее, или твоему парам Гурудеву уже, да, то что тут говорить, нужно это ценить, потому что это вот эти вот корпускулы этого света, этой трансцендентной энергии. Поэтому мы это сохраняем очень-очень бережно. Это тоже может быть дать бхакти. Как-то раз Диди подарила мне полотенце, вот, но я побрезговал. Потому что решил, что оно белое. Но Диди поймала мою мысль. И она сказала, все, что вайшнавы дают, нужно брать, принимать. Она сказала. Нет. Очень хорошее полотенце, да. Я его, конечно, принял. Вот. Потом кому-то отдал. Плохо. Нужно было сохранить. То есть вот такие тоже ошибки. Ну и что, что оно белое, правильно. Вот. Я тоже белый. Поэтому это дадати, притигрихнати, дарить что-то вайшнавам. Дарить вайшнавам нужно вещи, в которых они нуждаются. Вот, в противном случае, конечно, они тоже примут. Вы знаете, сколько орехов, в том числе, ну, сибиряки, они очень любят эти кедровые, да. У меня от них жуткая аллергия, порой тоже получаю, так сказать. Кедровые орехи давали Гурудеву, столько привозили. Гурудев вообще не употреблял никаких орехов. Вот, но это все принимал. Он все это принимал, потому что он знал, что так они получат заслугу, у них будет самскара, впечатление. А часто он передавал это слугам. И так они получали эти орешки, которые полезны для здоровья. Вот, индийцы никогда не видят этих орехов. Новые орехи, сибирские орехи и так далее. Как-то раз, одно мое из первых впечатлений, в конце 99-го года, после парикрамы, Гурудеву одна преданная принесла чадар. Или нет, по-моему, что-то вязаное, в общем. Давала ему, и он сказал, «Oh, I have so many. You take back and have as Mahaprasad. У меня столько всего такого, но прими обратно, и это будет Махапрасад. Вот так. И Гурудеву столько всего давали, столько всего. И нужное, и ненужное, и чего только не давали. Самые невероятные вещи давали порой. Но он все это хранил, очень-очень любил. Раздавал, конечно, тоже. Вот. Датати пратигрихнати гуям. Акьяти причати, вот эти вот вещи наиболее важные в этом стихе. Гуям акьяти. Поверять преданным свои откровения, полученные в баджане. Гуям акьяти. Почему Шри Рупа и Санатана встречались каждый день? Каждый день. Санатана приходил к Рупе в джунглях близ Нандагауна. У Рупы Госвами был баджана кутир. Это знаменитая Таракадамба. На Таракадамбе Шрила Рупа Госвами совершал баджан. Он сидел возле дерева, на которое забирался Кришна. Тера означает звать. Он звал гопи. Он звал своих коров, во-первых, и звал также гопи игрой на флейте. Шрила Рупа Госвами сидел там, совершал глубокий баджан. Когда он переживал глубокую разлуку, листья буквально... как это называется, они сохли просто и опадали. А когда Рупа Госвами переживал радостные встречи, наоборот, листья зеленели и цветы распускались.
как сама природа враджа реагировала на внутреннее состояние Шри Гурупы Госвами. Туда приходил Шрила Санатана Госвами, они обсуждали Шримад Бхагаватам каждый день. Первый стих и так далее. Все это обсуждали. Почему они встречались каждый день? Потому что Харикатха бездонна. Нет дна. Просто нет дна. Нельзя сказать, ой, я это слушал. Я не буду больше этого слушать. Ну, такой человек атеист. Он не может понять, что такое Харикатха. Просто. Потому что не существует предела Харикатхи. Мы можем думать, что это интеллектуальная деятельность. Мы можем думать, что это что-то, исходящее из интеллекта. На самом деле это вовсе не так. Это бездонная кладезь, это колодец глубочайших смыслов. Я вспоминаю, как Шрила Гурудев говорил на Картику. И каждый год Гурудев читал те же книги, имеется в виду, говорил по тем же книгам, как правило, по Баджана Рахаси, что-то по Шри Чайтанья Чаритамрите, Рай Рамананда Самват, потрясающая Харикатха 2001 года. Как Гурудев говорил по Рай Рамананда Самвату, боже мой, мы с расширенными глазами сидели, невероятно. Как он говорил о любви Враджа Гопи, Наям Шри Анга, Тей Прасада, все эти стихи звучали. И преданные потом сажались, они обсуждали, садились и обсуждали все это, и кто-то, понимающий хинди, потом пересказывал, и все это обсуждалось, и потом шелестели блокноты, и ручки записывали все, что Гурудев сказал вчера, что... Вот так вот мы шли вслед за Харикатхой. Поэтому, когда преданные встречаются, они поверяют свои откровения в баджане. Глупые люди этого мира бросаются с небоскребов из-за глупых любовных претензий, да, или казусов. А чистые преданные, если они не могут понять какого-то смысла, допустим, Гаятри мантры, как было в случае со Шрилой Вишванатхой Чакраварти Такуром, они готовы даже покончить с собой. Шрила Вишванатхой Чакраварти Такур не мог понять, это лила, конечно, он не мог понять, какой из слогов Кама Гаятри мантры является половинкой. Поэтому он сидел ночь напролет и не мог уснуть. И он молился, и никак не мог понять, какой же из слогов Кама Гаятри мантры является половинкой. В конце концов он решил, все, я утоплюсь в Радакунде. И он задремал. И во сне к нему пришла Радика и сказала, «Эй, Рагунат, не делай того, что ты задумал, а открой-ка вот такую шастру, вот такую-то книгу, и в ней ты найдешь, там сказано, какой из слогов Кама Гаятри является половинкой, один из слогов, я». И он открыл, и так он остался жив, имеется в виду, он остался в теле. Поэтому из-за чего все это было? Из-за Харикатхи. Из-за того откровения, которое он получил. Вот. Поэтому откровения в баджане, те, которые приходят к нам, подтвердят старшие вайшнавы. В случае Рагуната Даса Госвами, кто он такой? Рати Манджари, помните? Сама Шримати Радика пришла и подтвердила то, что он открыл. Это действительно была правда. Вот. Поэтому мы должны очень надеяться, самут канта, да, один из признаков бхавы, твердая надежда и готовность всегда совершать усилия ради того, чтобы откровение о нашем служении Гауранги Махапрабху и Рады и Кришне пришли к нам в баджане. Что значит баджан? Давайте порассуждаем, что это такое? Это не просто, как там пели в 90-е годы, кто это такие кришнаиты? Это те, кто мантру повторяют. Это, конечно, хорошо. Простите, немножко другое настроение сейчас вклинилось. Вот. Но это, конечно, хорошо. Chant Hare Krishna and be happy. Это хорошо. Но баджан это означает, как шестеро госвами жили. Каждый день они склонялись к вайшнавам. К стопам, смотри, холодно будет тебе. Склонялись перед стопами вайшнавов. Столько-то раз. 1000 поклонов они били. Просто. Попробуй сделай 1000 поклонов, да? И так далее.
Вот, я одно время там был в другой традиции, делал 108 поклонов в день, несколько лет. И то нехило, вы знаете. 108 подряд сделай, нехило. Вот, и потом они... То есть видишь вайшнава, поклонись ему. Это такая вообще замечательная практика. Я встречал таких преданных. Вот, то есть они начинали кланяться мне, боже мой, что делать, я должен был кланяться. Назад, прямо на парикрамной дороге, и такие, ну, старшие преданные, вот матховские. У них такой обед просто в день, вот кланяться вайшнавам, и все. Это дает такое смирение. Это очень-очень важно. Вот это баджан. Однажды, а затем, ставы и стути, когда Гурудева массировали, один преданный западный, забыл, кто это был, он спросил: «О, Гурудев, а что вы сейчас успевали?» «О, столько разных став и стути». Вот. Ставы — это небольшое произведение, стути. В общем, разница есть. Большое, одно из них большое, другое малое произведение. Ставы, по-моему, большое произведение, стути — малое. Вот, то есть столько разных став и стути можно произносить, нужно произносить. Это не просто деятельность, да? Вот, мальчики, которые тут ночуют, получают хорошую дозу от Саду Махараджа каждое утро. Давайте повторяйте свои ставы стути. Что вы говорите об этом материальном мире? Вы останетесь в нем, если будете о нем говорить. И это время, это святое время, это Брахма Мухурта. Когда Рада и Кришна заканчивают свои ночные игры, и все из самой-самой близкой встречи переходит в самую горькую разлуку, они разлучаются. И все это. Даже если мы чуть-чуть это почувствуем, да, благодаря милости вайшнавов, которая содержится в этих стихах, которые они нам дали, которые мы повторяем утром, тогда, конечно же, мы ощутим это. Что такое be happy? Мы повторяем Хари Кришна, но мы особо вот со второй частью этого лозунга у нас проблема была. Чант Хари Кришна — no problem, а вот be happy — problem, порой. Порой нормально, встретимся, споем. У вас очень хорошие киртаны здесь. Нигде таких нет. Особый вкус — башкирская санга. Вот, да. Вы удачливы, очень хорошо. И да, но порой в основном это проблем со второй частью. Но как сделать так, чтобы шло углубление, постижение и, как сказать, восхождение в баджане? Нужна милость вайшнавов. Как снискать милость вайшнавов? Когда гуям акьяти и гуям акьяти притчати, мы начинаем также спрашивать об их откровениях. То есть гуям акьяти — мы открываем им сердце, наше темное сердце, что у нас там. А потом задаем вопросы: притчати, пожалуйста, расскажи, что ты осознал в своем баджане. Так Гопа Кумар в Брихат Бхагаватамрите Шрила Санатана Госвами поведал откровение своего сердца своему ученику, мадхурскому брахману Джана Шарме. Читайте книгу Шрила Гурудева «За пределы Вайкунхи». Кто не читал, обязательно прочтите «За пределы Вайкунхи». Введение в Брихат Бхагаватамриту. Брихат Бхагаватамрит, я не знаю, на русском полностью есть или нет, наверное, уже, наверное, есть исконовское издание, но так или иначе. Это книга Шрила Гурудева, там пересказана история. Джана Шарма был не слишком разумен, да. Он слушал своего Гурудева, он очень искренне, но не очень, как сказать, не мог поймать сразу всего. Он говорил, ему говорил, говорил, говорил Гопа Кумар. А Джана Шарма, он слушал, 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 и Гопа Кумар понял, что тот его не совсем понимает, не до конца понимает. Поэтому просто положил ему руку на голову. Вот так. И Джана Шарма все сразу же осознал и получил духовное тело. Он стал мальчиком-пастушком и побежал к Кришне. Сразу же Кришна его принял в круг своих мальчиков-пастушков. Вот что произошло. Так Шри Гуру может дать откровение. Поэтому вопросы должны быть уместные, не праздные. Гурудев, я пришел, чтобы спросить, могу я жениться или нет. Гурудев гнал таких в шею сразу же. Ничего не знаю, идите и решайте свои проблемы сами.
я могу вам дать только что-то про бхакти. Это он говорил. Вот. Неужели нечего больше сказать любимому отцу, кроме что ноги промочил и двойку получил? Ничем не порадовать. Как насчет каких-то животрепещущих вещей, которые тревожат нас в бхаджане? Неужели... Доброе утро всем. Неужели нет желания спросить о них? Если есть баджан, есть и желание. Нет баджана, нет и желания. Вопрос, откуда возьмется желание, если баджана нет? Баджана, понимаете? Паша, понимаем? Духовная жизнь, значит, баджан. Баджан, с одной стороны, это песня, баджан. В целом, баджан – это духовная жизнь. От слова бадж, значит, поклоняться. Вот, поэтому нужно, чтобы был баджан, тогда появятся и вопросы. Потому что если нет вопросов, то, значит, или ты все понял, или ничего не понял. Два варианта. Но Шрила Рупа и Санатана, они сидели каждый день на Таракадамбе и обсуждали, потому что в Шри Чайтанья Чаритамрите есть один стих. И Кришна Бхакти Джанмамуле Хой Садусанга Кришна Према Хойда Пунар Мукья Анга. Местом рождения бхакти является садусанга. Вот где рождается бхакти. Бхакта пада дули, ар бхакта пада джал, бхакта букта авашеша. В садусанге ты принимаешь пыль с лотосных стоп. А что еще, кстати, такое пыль с лотосных стоп? Это ученики и последователи этого саду, которые знают настроение его сердца, манобиштам. Общение с ними очень-очень важно для нас. Бхакта букта авашеша. Пададжал воду с его лотосных стоп и остатки его пищи. При этом даже Нарада Муни, который был сыном служанки, конечно, он особая личность, он принял остатки вот этих вот великих мудрецов, которым служила их мать. Они хотели взять его, он очень хотел уйти с ними, мать не пустила. Вот. Но в следующий, пускай дети не играют там на пианино. В следующей жизни он стал вечным спутником Господа. Вот кем он уже дальше был? Нарада и Муни, как мы его знаем, который Нарад Муни Баджаю Вино. Вечером споем. Радика Рамана Нами. Напомните, Нарад Муни. Прекрасная песня. Вот. Но сперва он был гандхарвом, потом он был сыном служанки и так далее. Конечно, это все лилы, потому что Нарада Муни не подвержен перевоплощениям. Но просто он прошел вот через эти, как сказать, этапы, чтобы показать нам могущество садусанги. Шрила Гурудев говорил огромными-огромными порциями нам про садусангу. Да? Я помню, целая тема, огромная тема фестиваля летних Гурудев в 2004-м была Махатсанга. Европейский фестиваль в Италии сплошь Махатсанга, вся тема Махатсанга и конец. Брихат Бхагаватамрита, вот эти все. Джаята Джинаниваса, Деваки Джанмавада и другие стихи. Вот, в Баджире тоже Гурудев говорил. Самая глубокая катха Гурудева была всегда в Баджире. Это было просто очень мощно. 11-ю песню Гурудев говорил нам. Вот. На парикраме 2009-го в конце Гурудев вдруг стал говорить 11-ю песню тоже так прекрасно. Да? Это Гурудева спрашивали, какова была тема, основная Харикатхи Парам Гурудева Шрила Бхакти. Про Гьяна Кешева Госвами Мараджа, он говорил 11-я песня. Поэтому моя мечта сделать хороший семинар по 11-й песне когда-нибудь. Вот, она есть на русском. Но там нужно порциями, она очень объемная. Там Навая Гендра Самбат, там Уддава Гита, там очень-очень много всего. Поэтому это будет следующий этап когда-нибудь. Вот, поэтому дадати пратигринати гуямахяти притчати. Притчати. Вот. Мы должны смиренно вопрошать сперва. А какой первый вопрос нужно задать гуру? Слово «слуга» на санскрите как будет? Кинкара. А что значит кинкара? Значит ким коро. Как я могу служить? Ким коро. Чем я могу служить? Вот это первый вопрос. Как я могу вам служить? Как-то раз один преданный сказал «thank you, Шрила Гурудев». А Гурудев сказал, ты не можешь сказать Гурудеву «thank you». Ты можешь спросить только «как я могу служить?» Ким коро. Как я могу служить? Все. Ты можешь просто стать кандидатом в слуги. Даса, даса, ну даса. Даса, 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 ну даса. Слуга, слуги, слуги, слуги.
Бриттасья бритти. Этот стих тоже. Паричарака бритти бритти бриттасья бритти. Слугой слуги, слуги, слуги. Это Мукунда Маласутра. Царь Кулашекар. Паричарака бритти бритти бриттасья бритти. Слуга, слуги, 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 слуги. Все. Потому что там уже места вечно заняты. Лалита вечно, Лалита, Вишака вечно, Вишака. Мы можем быть только в Анугатхе. Подавать что-то, передавать что-то, что-то мыть, чистить, готовить, подносить вот это вот. Тамбулар, панапада, марджина, паю, дана, бисара, дебир. Готовить все, как Шрила Рупа Госвами, Рупа Манджари, все готовят для встреч божественной читы. Мы все это можем этому содействовать только лишь. Причем стать кандидатами и все. Кандидатами. Поэтому в таком смирении Девакинандан Дас Такур говорит, кто я такой, чтобы прославлять вайшнавов? Вот здесь я как бы позиционирую как прославляющий вайшнавов. Но с какой стати? Я думаю, что я могу их прославлять. Кто я такой? Почему я решил, что я удостоился такой чести прославлять вайшнавов? Это не каждому доступно. Это нужно иметь адикару, чтобы прославлять вайшнавов. Ты думаешь, вот сейчас я буду прославлять вайшнавов, на самом деле это не лучше, чем и, а ничего больше. Ты не можешь их прославить. Вот. Так ты можешь принимать это на свой счет, как тут осел, помните? Был праздник Кали Деви, да? Чанди, богини. И в деревне, ну, у народа там особо с транспортом не богато, поэтому они взяли осла. На осла поставили эту Чанди. И каждый подходит к Чанди, предлагает цветы, предлагает там кланяться, там какие-то подношения. Осел все это принял на свой счет. О, наверное, сегодня мой happy birthday, день рождения. Вот. И он стал петь радостную песню. И-а-а, его стали бить. Эй! Он Чанди, он-то стал танцевать, и Чанди скинул на землю. Вообще его там побили палками после этого. Дурак, что ты делаешь? Он подумал, это мой день рождения, оказывается. Поэтому мы думаем, о, чего бы мне, моего Гурудева, это ж мой Гурудев, я его люблю, давай я сейчас его прославлять буду. Ну, вот. Однажды преданный в таком настроении решил прославить Шрилу Бхактивиданту Свами Прабхупаду в поэтической форме. Прабхупад только заходил, по-моему, в Вриндаван Кришна Баларам Мандир, только заходил, а преданный он произнес такую хвалебную, как сказать, оду, да, собственного сочинения сразу же. Та-там, парам, та-дам, парам, парам. А Прабхупад сказал, парам-то она парам, только смотри, вот здесь грязь у тебя под ногами не убрана. Да. Вот мы встретили вас по воле проведения. Проведение. Проведение, да. Мы же тоже по воле проведения. А вот эта грязь тоже по воле проведения, спасибо. Тоже по воле проведения. Спасибо, Симхагрива Прабху. Вот так вот. Да, кстати, я хотел попросить Симхагрива Прабху что-то сказать на эту тему, как нам совершать вот это вот паригринати и дадати нет, гуямакьяти и причати. Гуямакьяти, значит, делиться с ними своими откровениями, давать, поведовать вайшнавам свои откровения в баджане, то, что нас заботит, да, и слушать их откровения. Перепричать и задавать вопросы им. Угу. Что ты можешь сказать? Просто свой реализация. У меня нет максимума. Не-не, говори, говори. 10 минут. Просто начни и все, пойдет. Агьяна Тимирандис. Ом Агьяна Тимирандис, Агьяна Динашалапая, Чакшура, Миритандина. Может, повернись? Шри, Гуравейна. Дайте одну подушечку, а? Анчакам патрута шакрипа сидодева чанпаританам павнили вашей гвенамаха Туда, 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 книг, книг. Окей. Да, это четвертый стих Шрила Падмасамбхавы, это он описывает шесть видов общения. Гурудев, он говорит, с чистым преданным. Вначале мы изучали нектар наставления Шрилы Прабхупады. Здесь он говорит вообще с преданными.
у него была своя тактика, но у Гурудева была уже своя тактика, она отличалась от тактики Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада, он вдохновлял нас просто даже между собой общаться, рядом собираться. Он говорит, преданные — это хорошие люди, благочестивые люди, мы должны собираться вместе и делиться сокровенно. Но Гурудев все это перевел на общение с чистым преданным. Его перевод уже отличается от нектарных наставлений. Говорит, нужно с чистым преданным развивать такие взаимоотношения. Принимать, дарить подарки, дарить то, что, в чем они нуждаются. Вот, принимать от них дар, то, чем они пользовались. Получать просадом, принимать просадом. И самое главное, конечно, это делиться своими проявлениями в баджане. И я особо это не практикую. Это мне это нечего сказать, честно говоря. Но тем не менее, это, я стараюсь это делать, и это, я заметил. Весь день Харе Кришна повторяешь, не практикуешь. Да, я стараюсь в уме как-то общаться с этими преданными. Вот, и когда у меня получается физически, я тоже стараюсь задавать вопросы. И когда такое общение получается, то ты чувствуешь, что вайшнавы действительно полны любви, милости. И нам нужно сердце таким образом настроить, чтобы оно было правильно, чтобы взаимный обмен произошел. Когда я была в Вриндаване, мне немножко получилось, как Мадхусудан Махарадж. Что-то мы путешествовали, так и это. И потом я ему задал несколько вопросов, и он мне это так милостиво ответил. А, это вопрос касался про сварупу. Махарадж, вы тоже там были? Я сказал, что... С вами Махарадж. Шила с вами Махарадж. Сварупа? Не с вами Махарадж, вообще. А, вообще? Да. Сварупа на банке джи. В Харикатхе было сказано, что когда мы осознаем свою сварупу, то все проблемы, вот эти, с которыми мы сейчас сталкиваемся, они это, будут неактуальны. И я говорю, Махарадж, а что, нужно уже в этой жизни осознать свою сварупу? Он сказал, да? Он сказал, да, что он сказал про сварупу, что если мы осознаем свою сварупу, то никаких проблем не останется. Я говорю, я так что-то остановился, говорю, а в этой жизни мы можем осознать свою сварупу? Он говорит, теоретически, говорю, да, мы можем, но практически, говорит, еще есть кое-что еще есть. Он так примерно так оставил. Потом посмотрел на меня и сказал, смотрю, никогда не отчаивайся, никогда не теряй надежды. Мне очень понравилось, как Махарадж как-то раз, когда Симрил Прабу сомневался насчет там, дат своего выезда, приезда, сколько ему времени проводить в Индии, здесь Махарадж так посмотрел, говорит, ты, говорит, Гоштананди, проповедник, определил, все, там тоже должен быть. Еще очень хорошо, когда преданные, старшие преданные, чуть преданные, они ругают. В этом случае, ни в коем случае нельзя проявлять ложные руки, а и думать, вот, мои шикшигуры, они меня не любят, вот я все оставлю собрать. На самом деле, это очень благоприятно, когда они ругают. И мне пора, тоже достался от Диди. Я почувствовал, что это... Есть такое выражение «прагал в бхакти». У Диди такой вот сильный «прагал в бхакти» — это такой вот, ну, бхакти, которая очень смелая, такая дерзкая. Лолита Деви, Шимати Лолита Деви, она вот такая «прагал», она очень такая смелая. И она даже иногда ругает Радхи Кришна, она даже ругает, она тоже боятся. Вот Диди, она тоже так. Поэтому все махараджи там боятся.